Как вы многие, наверное, уже знаете, в курсе, да, что у Инны Дамаскин умер муж Дима. Очень-очень жалко, очень. Я вчера была очень сильно расстроена. Когда прочитала, я даже не могла ее стих дочитать до конца. У меня комок подкатывался к горлу. Сегодня я с ней посоветовалась, спросила, могу ли я вставить ее данные в видео, чтобы мы могли ей все помочь. Давайте поможем. У меня чуть пластырь не снял. Она сейчас одна. Мама пока с ней рядом, но мама скоро улетает. Поэтому ей нужна будет наша помощь. Давайте, где те цветочки, все те, кто хоть сколько-нибудь сможем, давайте поможем, потому что вы сами знаете, мама осталась одна с детками. Это не только морально, да, душевно ее убило, но и, конечно же, материально она нуждается тоже. Так что давайте все поддержим. Инна, мы с тобой.